Будучи ребенком, она пела на одной сцене с Майклом Джексоном, а впоследствии стала первой, кто когда-либо последовательно возглавлял 4 позиции верхушки германского чарта. А успех сингла «From Sarah with Love» в Европе и продажи 15 миллионов копий по всему миру утвердили ее как одну из самых успешных немецких поп-исполнительниц начала 2000-х. Вы уже угадали? Это Сара Коннор. So, if it's special, and with it, why aren't we as careful? В рамках записи нового альбома «Настоящая любовь» певица отправилась в гастрольный тур, который завершала концертом в Минске. Встречи с белорусской публикой Сара Коннор ждала особенно, вспоминая теплый прием на Славянском базаре и сольный концерт в прошлом году. Минск – единственный город стран СНГ, в который она с радостью приезжает третий раз подряд. И белорусы отвечают Саре взаимностью, о чем говорят проданные в кратчайшие сроки билеты на ее концерт. Я люблю видеть зрителей, чувствовать их, иметь возможность обратиться к каждому. Они кричат просто так в темноту: «Ну-ка, поднимите свои руки». Мне важны эмоции из зала больше, чем количество цветов. Во время концерта певица постоянно общалась с публикой, призывала зал петь вместе с ней, демонстрировала свое знание русского языка. Меня зовут Сара Коннор. Я Сара Коннор. Сара Коннор или Сара Коннор? How do you say? Певица, танцовщица, любящая мама и просто красавица, не первый раз посещая Минск, не оставляет ни одного равнодушного слушателя своим неподражаемым чувственным исполнением. В название нового альбома Сара вложила мысль о том, что надо верить в любовь, даже если вы не ждете ее появления. Справиться с личными проблемами мне помогала моя семья, мои дети, мои подруги, с которыми можем даже посплетничать о том, какие плохие мужчины бывают. Музыка иногда даже грустная и, конечно, вера в будущее. Своей настоящей любовью Сара Коннор поделилась со всем залом Дворца Республики и с каждым зрителем лично. А уж тех, кто выходил к ней на сцену, и вовсе окружала особым вниманием. So, don't cry. Come here, stand like this. Watch. Tell me, how do you say «Ich liebe dich» in Russian? Я люблю тебя. Я люблю тебя. What's your name? My name is Yuri. I'm a teacher. Teacher of English. Good, so you can help me tonight. Turn around so they can see you. You're gonna be on TV, say hi. Thanks very much. It was fantastic. Thank you. Спасибо, спасибо. Вместе с певицей весь вечер на сцене был президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарыкина. Новый альбом Сары Коннор белорусская публика приняла овациями, но отпустить певицу без любимой песни зрители не могли. Минск стал последним городом в мировом турне Сары Коннор. Она уехала, но обещала вернуться, а вам советую внимательно следить за афишами.